Здоровое питание для всех. С такой мотивацией Лиля Олейник организовала сеть кафе, где представлена вегетарианская и сыроедческая кухня. Первое открытое кафе имело большой успех, но при попытке расширить свой бизнес Лиля столкнулась с проблемами. Дело дальше не пошло. Я не всегда уверена, как правильно нужно продвигать. То есть мне кажется, что я создала великолепный продукт, который пользуется популярностью. Потому что здоровое питание – это основа нашей жизни, это основа процветания каждого человека. Елена Полозок открыла кондитерскую, в которой будут работать глухие люди, но тоже столкнулась с проблемой рекламы и продвижения. Я хотела, во-первых, найти ментора, который бы нам помог, подсказал, как дальше двигаться, потому что у нас сейчас еще очень мало раскручена наша марка, и мы бы хотели, чтобы это как-то рекламно нам подсказали, пиар. Татьяна Кобзарь 2 года назад переехала из Донецка. Рассказывает, на новом месте в Киеве полностью пересмотрела свою жизнь, поменяла профессию. Сегодня занимается SMM-маркетингом, продвижением товаров и услуг в социальных сетях. Но набирать большую команду боится. Говорит, не знает, как выстроить отношения с работниками. Никогда не была в роли работодателя. То есть, если я хочу дальше продвигать свою идею, заниматься социальными сетями, то есть сама я могу вести внутри социальные сети. Да? Если мне интересно это, зарабатывать этим деньги, то мне нужны помощники. Как их найти, как отношения завязать, профессиональные бизнес-отношения. Каждый предприниматель представил свой проект, а после получил своего ментора, который проконсультирует начинающего бизнесмена и поможет продвигать его бренд. Глава Украинского фонда социальных преобразований Татьяна Петракова рассказывает, программа менторской поддержки предпринимателям – это важный шаг для Украины. Такой метод давно опробован во всем мире и доказал свою результативность. Ведь сегодня, учитывая те реалии, в которых оказалась наша страна, сегодня не так важно инвестирование и финансовые вложения в бизнес, как правильные консультации, как правильная информация для развития предпринимательской деятельности в Украине. Сегодня, если мы хотим решить общие задачи, которые у нас в стране, мы сегодня как никогда должны строить социально ответственную модель бизнеса в Украине. Во время стажировки в рамках программы менторской поддержки предприниматели получат практические навыки от ключевых экспертов в разных сферах. Вместе они будут решать основные проблемы, которые не дают двигаться бизнесу дальше и создавать новый продукт. Серия мастер-классов пройдет 25 июня и 23 июля. По завершении программы будет разработана методика «Поддержка бизнеса», к которой сможет присоединиться любой желающий. Организаторы приглашают принять участие в программе переселенцев из Крыма и с Востока, которые начали собственный бизнес на новом месте.